Глава 8 книги притчей Соломоновых. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я — разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого — и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во всякое время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получил благодать от Господа». А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть.